Тебя хотят убить. Да, да. Геродот упоминал. Культ меня не пугает. Мне угрожают и более опасные люди. Я боюсь за Афины. За их будущее. Перикл, забудь на время о спартанцах. Культ уже рядом, и их тайное оружие тоже. Прислушайся к нему. Спартанцы у наших стен, а культ лишь пугало, фантом. Я в родстве с одной из культисток. У меня нет причин сомневаться в ее словах. Я это обдумаю. И, конечно, сообщу своим людям. Аспасия хочет знать, почему так долго. Передай, что я уже иду. Полагаю, на этом мы закончим. Вновь благодарю за все. Надеюсь, мои гости помогут тебе. Посмотрим. Устал? Только от болтовни. В жизни столько не говорил. Видишь, обошлось без оружия. Ты уходишь? Мне хватит афинского гостеприимства на всю жизнь. Ты привыкнешь. Правда. И чем ты займешься? Я хочу поговорить с одной женщиной в Коринфе. Алкивиад рассказывал об этом месте. Туда не ездят ради бесед. Алкивиад много чего говорит. Это точно. Ты должен знать, Аспасия кое-что рассказала о Кефалинии. Что же? Остров поразила болезнь. Ведь это не моя подруга и та лихорадка. Не думай так. В том, что случилось на Кефалинии, нашей вины нет. Я сам отправлюсь туда и проверю, что происходит. Да, спасибо. Я знала, что ты поможешь. Даже не попросишь взять тебя с собой? Нет. Здесь хорошо, не то что на Кефалинии. Значит, ты вернешься. Обязательно. И мне нравится работать у Аспасии. Она мне доверяет. Увидимся, Феба. До встречи. Thank you.
Это клиника Гиппократа. Huh.
Собачья смесь.
Лучше не лезть в бой и действовать незаметно.
Теперь местные смогут дать отпор афининам.
Сколько серебра! Вот как Афины разбогатели! Oh!
Тебе пришел конец! Тебя убью! Ugh.
Рабство, естественно, и необходимо. Там оставил тебе послание. У меня хорошие предчувствия. Вернулся! А для тебя есть послание. Пришло с острова Делос. Алексиос, там один из культистов. Его имя Подарк. Читаешь чужие письма, Варнава? Подсмотрел немного.
причинах то, что искал. Кое-что. Увы, придется нелегко. Ну, уже неплохо. Теперь нам осталось лишь довериться богам, что ведут нас. Я не единственный, кто ищет мою мать. Помнишь, Курт, что хотел смерти отца? Они следят за мной. Да ну, они ничто. Именно так. Меним мотив! Мы будем здесь, капитан! Будем ждать возвращения капитана. Попробую найти укрытие. Лучше спасайся!
А? Что это за звук? Кто свистел? Надеюсь, это не чья-то уловка. Никого? Удалось что-то найти? Никого не вижу. Вам особое приглашение нужно? Ищите! Отпрыгнись! Не спрячься! Никого? Я помогу искать! Конечно! Видно хоть что-нибудь? Здесь нет, но я что-то чувствую. Ищите! Страх. Надо найти! Совсем поймаю. Никого! Я этим займусь! Надо прятаться! Умри же! Бой! Конечно.
есть нож. Веселье только начинает. Ничего. Руки чистые. Откуда летят стрелы? Вернулась ко мне. Как мне отблагодарить тебя? Спасибо. Малака.
Yeah.